Импровизация истории. Шоу, в котором актеры придумывают сюжет и героев прямо на сцене, без подготовки и сценария. Интересно, как же справится с этой задачей команда импровизации? Узнаем прямо сейчас. Реакция на шоу «Импровизация истории». Прежде чем мы сыграем нашу историю, мы должны послушать одну вашу историю. Как зовут? Меня Ульяна Жук. Получается, знакомы? Чего? Жук моя фамилия. Вот у тебя Матвиенко, а у меня Жук. Жук? Мне повезло, Жук. Тебе не Жук. Ульяна Жук. Жук. Так, ну чё, Жук, рассказывай. Да, блядь. В общем, я отдыхала в Турции. И ко мне ночью внезапно постучался мужчина. Абсолютно чужой, незнакомый турок. Он выламывал мне дверь, просил со мной сфотографироваться, признавался мне в любви на английском, ломаном абсолютно. И в итоге что? У меня был конфликт, конечно. Но конфликт, разумеется, был не с ним, потому что глупо. Нет, с ним у нас общие дети, а вот... Конфликт у меня был на ресепшене с администратором этой гостиницы, который, собственно, сначала проявил недовольство ко мне, потому что... Потому что он брат того турка или что? Сереж очень точечно размотал. Просто леговаз. Соседка. Он оценил, какие у меня могут быть проблемы, если просто мужчина признавался мне в любви. Не, на самом деле история вообще трэшовая. Это вообще какой-то бред. Просто реально турки какой-то херней занимаются. Фамилия Жук, это прикольно. Мне понравилось. Да нет, закончилось все тем, что этого турка выселили из гостиницы. А ты одна туда летала? Вообще одна, но я замужем, у меня ребенок. Соответственно, ко мне, кстати, турецкие отношения не имеют никакого отношения. Импровизация истории, поехали! Да. Давай. Целую. Слушай, Ульян, я, наверное, с тобой в отпуск не поеду. А я там за ребенком прислежу. Прислежу. Ты хоть помнишь, сколько ему лет? Конечно. Сколько? В школу бегает, получается, не менее 7. 11. Мам. Ну-ка, иди к папке. Ну-ка. Иди к папке. Ну, давай, поезжай, а мы тут, ну... А ты тут шлюх своих трахать будешь, да? Ульяна, ну какие... Ну, уйди. Да у нас сейчас 2 объекта сдается. Каких объектов? Ну, больших. Вот таких и вот таких? Ну, хочешь, поеду? Поедь. Хочешь, поеду? Поехали. А я? Да. А ты дома сиди. В школу ходи. А то вырастешь вот... Так лето. Моцарт в 4 года написал музыку. Вот за это я тебя люблю. Я могу, ну, могу поехать. Я могу поехать. Я же говорю, поехали. Да поехали. Все, едем. Поехали. Все. Ты остаешься дома. Но мне 11 лет. Давай ты, наверное, останься с ним. Ну, мне 11 лет. Вот, сын, смотри. Кто ты хочешь, чтобы остался с тобой? Отец или мать? А что ты как на суде? Тихо, пусть сам. А в секцию его кто будет водить? Сам. Но я хотел бы поехать вообще-то в Турцию. Это не обсуждается. Что ты там будешь делать в Турции? Да. Там бассейн для детей. Какие-нибудь турки прибудут приставать к тебе, и что? Кому это надо? Мне не надо. Ты все. Блин, тогда лучше с папой, он целый день на работе, а я могу в компьютер поиграть. Видишь, на работе хоть кто-то ценит, что я работаю. Ой, мальчики, не знаю, как вас оставлять одних, конечно, но я чемодан уже собрала. Все, давай. Нет, никаких шлюх. Все, давай. Давай, на видеосвязи. Давай. Там это, жужника приедешь. Вышла замуж за Жука, ну дура. Пока, мам. Регистрация, бизнес-класс, подходим.
Я лечу в Турцию одна. Поздравляю. В шлеме летишь? Зря я не конфликтовала в парикмахерской. Шлем, да, получился? Что-то похожее на шлем. Жук? Жук. Жук. Что-то такого, жук. Жук и жук, да? Что такого, жук? В паспорте. Без шутки даже? Тоже жук. Просто все шутят над фамилией. Нет, давайте попробуем. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет, давайте попробуем, конечно, если вам впадло. Ага. Ладно, возьмите своими лапками паспорт обратно. Выход D107, бизнес-зал на втором этаже налево. Спасибо большое. Лети. Жук. Бизнес, да? Вау. Плюхнулся, вроде. Думала, нормально полечу, хоть да вытянусь. Господи. Челядь, блядь, там кто-то мне виски принесет. Мы в Турцию летим или нахуй, блядь, во Владивосток ебучий? Здрасте. Здрасте. Извините. Где вы ходите? В эконом эту ссаную рыбу носите? Извините, пожалуйста, можно меня... Чего? И тебе, шмара, слова не давали мне. Повторите мне, пожалуйста. Чего так разговариваешь? А потому что я заработал на бизнес и хочу взять от этого отдыха все. Мужчина... Выйти хочешь? Нет, пожалуйста. Ты мне сразу понравилась. Сейчас втащу тебе. Быстро неси алкоголь. Неси любой, шампанское неси. Летит кто с тобой? Одна. Одна. В Турцию, как и вы. Сейчас я к тебе придумаю, маленькая. Извините, есть только бутылочка воды. Давай бутылочку воды. Все, все в комфорте. Раз все в комфорте... Плед, пожалуйста, принесите. Разрешите познакомиться. Игорь Иванович Муравей. Сука! Ой, блядь, где я этот плед найду в июле, а? Какой широкий самолет. Иди вот здесь посиди, дебил! Плед ему! Затрахали меня! Понакупят в победу бизнес-класс и выебываются! Ты замерз? Плюс 33 в Москве, плюс 600 в Турции! Замерз он! Что? Да мне насрать, сиськи бы отрастила! Да мне насрать! Ты мразь! Сиваса он заходит, тише, обоссу! К вам вопросов нет. Не упадите на спину, подняться не сможете. Хотите, угадайте, как меня зовут? Фамилию я вам скажу. Давайте. Жук. Жук и муравей. Это какой-то... Они, если честно, не пара. Скажите, вы в какой отель летите? Я? Угу. В какой-то хороший в Белеке. В хороший в Белеке? Угу. Муж покупал. Я тоже в хороший в Белеке. Вы сказали муж и как-то засмущались. Вы не переживайте, я тоже женат, например. Фух, слава богу, да. Теперь можно расслабиться. Просто расслабьтесь. Уважаемые пассажиры, командир корабля объявил о посадке. Пристегнитесь, выйдите из толчка, сядьте на свои места. Через 20 минут вы окажетесь в Турции и будете там тусить, как черти. Сейчас еще на английском повторит. Dear ladies and gentlemen, фак ю, мрази, это я говорю!
хорошо, Ульяна отдыхает. Я тебя хочу! Кто я? Ну, в смысле, не кто я, а кто... Кто говорит я? Ибрагим! Ульяна, хочу я вас трахать! Да и я хочу. А, да? А, привет, дорогая. А, здравствуйте. Одну секунду, не ульянкой мне! Алло, кто это? Че у тебя там написано? Муж? Значит, муж и есть. Все хорошо у тебя? Все хорошо, а у тебя все хорошо? Все хорошо, Пушу сына отправил на секцию. На какую секцию? Это, роликовые коньки. Подожди, у меня тут шоу барабанщиков. О, включи видос. Ульяна! Я друга привел! Ой, что-то плохо слышно, жучок. Ой, тут плохая свет. Hello. Да, привет. Это кто? Это Ибрагим. Он нормальный мужик. Здравствуйте. Нормальный мужик. Перестаньте. Отдых, отдых, Ульяна, отдых. Холидей, холидей. Холидей. Нет, нет, у меня муж, ребенок. А у нас виски. Ну что ж, я не человек, заходите. Ибрагим, пожалуйста. Алло. А что-то случилось? Пупсик? Жучок, ну связь тут плохая, это Турция, ну все плохо. Ну подключись к Wi-Fi, давай по видеосвязи созвонимся. Я в постели уже лежу голенький. Окей, одну секундочку, я сейчас, да, умоюсь и... О, привет! 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 Ну, чё ты, чё ты? Ну, чё ты, чё ты? Ну-ка, сними халат. Давай по-быстрому только, вот. Всё? Всё, я заскринил. Мне хватит. Алло. А это, номер покажи. Хочу узнать, за что я плачу такие бабки. Смотри, какой вид у меня из окна. Море видно. О, прикольно, прикольно. Вон. Это первая береговая линия? Луна. Красиво. Ой, слушай, у меня тут другой звонок, по работе важно звонят ночью. Ага, давай, пока. Блин! Вы все выпили? Да, вискаря больше нет. All inclusive. Еще схожу за одной, хочешь? Хочу! Хватай под руку, Ибрагим. Пойдем, мы не только вискаря возьмем, мы еще на море пойдем, там такое будет. Будет незабываемо. Пошли, пошли. Море. Море. Сиси. Вот, сиси. Понял? Сиси. Пойдем. Прилетающий из Турции подходит. Мам, привет. Мам. Я, блядь, запуталась. О, жук вернулся. Сюда подходим. Добро пожаловать в Российскую Федерацию. Папа меня одного отправил в Шереметьево. Ты на чем? На мотоцикле. Пока тебя не было, папа научил меня ездить на мотоцикле. Просто он все время с теть Галей. Блин, где он нашел Галю? Соседка наша. А ты чего грустный? Ну, тетя Галя, с тетей Галей. Я вот вообще по муравейнику ползал. Да я не из-за этого. Шлем велик просто. Я пока ехал. Поедем. Ну. Я так тебя люблю, сыночек. Поехали.
А поехали бизнес-классом такси, хоть посмотришь, как там внутри в Мерседесе. Поехали. А чё, Игорёха? О. Рассказывай, как ты съездил. В Турцию. Угу. Да неплохо было. А я и тут, знаешь, тоже развлекся. Да? У меня моя тоже гоняла. Серьезно? Тоже в Турцию? Ну, что-то на All Inclusive куда-то. Куда ты гоняла? Привет. Да. Привет. Привет. Галя. Привет, дорогая, а ты здесь как-то на работе у нас в офис пришла? Соскучилась, ты же из Турции даже домой не забежал. Да, что-то я не забежал сразу как на работу. Как съездил? Слушай, нормально в Турцию сгонял, хорошо, говорю, отдохнул, выпивал, безусловно. Да, это ладно. Вот, да, а так, ну что там, с турком с одним познакомился. Вроде он турок был, я вообще не понял, кто он. Я Галя, кажется. Да, у аппарата. Может... Давайте угадаем. Я, наверное. Алло. Алло, муравьишка. Здорово. Ну, а ты чего не заглядываешь? Ну, загляну. Что? Слушай, а я так сильно бухал, так сильно бухал. Скажи, а у тебя фамилия какая? Ну, ты что, издеваешься? Ну, Жук. 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 Я перезвоню. Чё, ты же жук? Ты же муравей? Это такая игра? А как я не словился? С чем не словился, дорогой? А? С чем не словился? Не словился, что компанию нужно было называть «Жук и муравей», а не «Техпромстрой». Было бы лучше, согласен. А вы что вместе не поехали в Турцию? Кто вместе? Ну, он имеет в виду ты и я. Я не захотел, у меня там дел. Кто мы-то? Она что-то не захотела. Осталась тут. Да, осталась. Дела были. Ох, как Галя, да? Галя. 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 Слушай, те... Водички. Да. Водички, да. А я подумал. Что? А скоро же, ну, Новый год. А давайте вместе встретим. Предлагаю у меня на даче. У нас. Здорово. Да, у нас с Галей на даче. Дача. У нас на даче. Договорились. Договор. Все. Ну, по рукам. Подожди. Вот, знаешь, по рукам. У меня тост. Костику позови. Сына позови. Че его сейчас звать? А я давно твоего сына не видел. Изменился. Я на маму похож стал. Кость, иди маму позови, мы выпиваем здесь взрослыми. Сходи. Мам! Сука! Чего вы мальчика гоняете? Ой, пойду шашлык попереворачиваю. Кто со мной? Может быть, ты? Слушай, ну я в шашлыке-то спец. Ну правильно, значит, надо идти. Тогда мы пойдем попереворачиваем. После вас. Спасибо. Галина, кстати. А кстати. Может... По-быстрому. Ты с ума? А что они пока его перевернут? Вообще как произошло? Да пойдем. Мам. Сын вернулся, блудный. Да, сыночек. Там это... Папа. Да, там папа. Ты прав, сыночек. Это папа. Хорошо, что ты начал узнавать отца. Ну ладно. Умничка. Иди играй. Давай, мам. Ну успеем, у меня в оружейной. Пошли, успеем. Вообще так это как произошло? Слышь? Чего? А это, жидкость для розжига. А-а-а!
это второй гараж, второй уровень. Ага. Вот. Оружейный, успей. Да какой вы? Да мам. Успей. Да. Мам. Можно я планшет посмотрю? Планшет, телевизор, приставка, паровоз, железная дорога, почти настоящая. Иди играй во что-нибудь. Но на пони покатайся, в конце концов. Можно? Можно. Пожалуйста. Пошли. Нифига себе. Может, признаемся? Игорёш, а у тебя что, в оружейное окно открыто сильно? А он мне показывал оружие, мы искали патроны, чтобы пострелять. Да. А мы шашлык уронили. Уронили шашлык, не будет шашлыка, и пострелять тоже не получится. А что там? Все выстрелил. Костя! А куда Галь? А что вы поменялись? Что ты с дядей Муравьем? А ты с тетей Галей. А Галина приятный человек, все знает про розжиг шашлыка. А Ульяна тоже приятный человек, твоя мама. Она мне все рассказала про Сайгу-12. Вот мы и меняемся тут. А я курю. Это меньшее, что ты можешь. Так похуй. Тогда похуй. Вообще прикольно, реально, как они тут замутили. Надо суметь на ходу придумать это. По сути, человек изначально рассказал историю просто про турка, просто про ресепшн. А они придумали вообще все, и такое вообще все довольно натуральное. Блин, этот еще сын постоянно Дмитрий Позов. Мам. Блин. Очень крутой ролик. Мне прям понравилось. Я думаю, что будем продолжать. Всем удачи и всем пока.